Накануне в Нуравшане произошла трагедия. Причиной данного инцидента стала беспечность, халатность и несоблюдение одним из наших соотечественников элементарных норм и правил пользования газом. Все детали в репортаже Наргиз Шейсламовой. Больше года прошло, как в нашей стране началось внедрение автоматизированной системы контроля учета газа АСКУК. За это время предприниматы не только практические меры для ее эффективной работы. Специалисты АО «Худудгаз Таманот» по всей республике проводят детальное разъяснение среди населения о ее преимуществах. Особый акцент ставится на соблюдение правил пользования приборами учета газа, пожарной безопасности. Но, несмотря на усилия, все еще находятся граждане, пренебрегающие жизненно важными нормами. 27 апреля в городе Нуравшан Ташкентской области в двухэтажном доме по улице Шоншухрат Махали-Обот-Турмуш произошла вспышка газовоздушной смеси. На месте происшествия совместно с сотрудниками МЧС работали и сотрудники филиала «Худудгаз Ташкент». В ходе изучения было установлено, что скопление природного газа в помещении одной из квартир двухэтажного дома случилось в результате хищения природного газа для бытовых нужд. Хозяин квартиры, сняв прибор учета газа, соединил газовые трубы канализационным сифоном, который и спровоцировал утечку. Я примостил к трубе гофру, шланг. Никому не советую так поступать. Не делайте так. Его преступные действия обернулись трагедией. В результате вспышки газовоздушной смеси погиб человек. По факту ЧП в Нуравшане возбуждено уголовное дело. Пользуясь случаем, АО «Худудгаз Таманот» просит потребителей не нарушать правила пользования природным газом и не использовать в быту нестандартное газовое оборудование и самодельные приспособления. В случае обнаружения утечки природного газа необходимо проветрить помещение и вызвать аварийно-диспетчерскую службу по номерам 104 или 1104.